Всем привет! Hey. С вами The Station, и Маша хочет вас пригласить на мероприятие. Да, ребят, всем еще раз привет. В общем, 24 сентября у нас в Geek Wars будет турнир по ходячим мертвецам. Обязательно приходите, потому что это будет очень клево. Это вот именно первый такой крупный турнир в Питере. Собственно, мы сможем с вами поиграть, собственно, в 4 тура. Турнир будет на 250 очков, и, конечно же, будут положены специальные призы, а именно комиксы. Очень прикольненькие, вот такие вот, да. И также, внимание, у нас будет доступна в покупке лимитная коробочка, которую можно найти только на ивентах. Это Ли и Клементина. Собственно, заказать их, по-моему, насколько я знаю, невозможно. Поэтому у вас есть уникальная возможность купить довольно сильные миниатюрки. И да, это будет только у нас на мероприятии, поэтому обязательно приходите. Я обещаю вам, что будет очень клево, очень весело. Покрашенные, не покрашенные, неважно, просто приходите, просто с вами поболтаем, повеселимся, поиграем. В общем, вас ждет море веселья, ребят. 24 сентября в хобби-центре Geek Wars в Петербурге на Лиговском 115 приносите с собой обязательно свою банду на 250 поинтов или отряд выживших, если вы за хороших играете. Также не забывайте принести миниатюрки ходячих. Сколько есть, столько и несите, они пригодятся для игры. Да. Маркеры, шаблоны, если покупали базовую коробку, тоже не забывайте. Да, они несите карты, обязательно пригодятся вам в процессе мероприятия. Ну и деньжата, чтобы заплатить взнос, сколько у нас? Да, 350 всего, это на самом деле цена комикса, а тут вы, получается, можете и комикс выиграть, и удовольствие получить, и стать просто первым победителем у нас в Geek Wars в питерском мероприятии. Короче, ребят, я считаю, это очень круто. Ну да, не забывайте посмотреть наши выпуски, посвященные ходячим мертвецам, обновить как знания, игре, да, так и персонажам, репортики наши поглядеть. Ну и ждите следующих выпусков. Увидимся на турнире. Пока.